Потрапилось. Потрапилось. Куди ти піш? А мы там с нарушением. Да. Вот с колонны. Вот с колонкой не Школьник, что ты не по зебре бегаешь? Все, чуешь? Чуешь. Мама не на все бегает. Давай, еще. Все, хватит, не открой! Хорошо, я сейчас передам, не факт, что это будет первый лист, но я думаю, кого-то найдут, у меня только одна поля. Если можно, сейчас уже передают обед, здесь тут люди работают, если можно, чтобы вы полный проход не закрывали, да, чтобы как-то люди могли... Проход мы вам не будем закрывать, конечно, что ж мы людей будем, да, что же люди хотят слушать, мы все прекрасно понимаем. Но если долго к нам не будут выходить, то там музыку погромче. Сейчас скучно, да. Хорошо, давай, спасибо. Спасибо. По поводу этого законопроекта, который вы хотите пропихнуть в Верховную Раду. Нет полицейскому государству!
нет полицейскому государству, ни полицейской державе, ни полицейской державе, ни полицейской державе. Хотим вам напомнить, что Конституция превыше всего. Ваш закон ущемляет права граждан, поэтому просим вас отказаться от своих идей публично. Госпожа Токановидзе, как вы можете говорить, что полиция не будет отвечать перед украинским народом? Позор за такие слова! Позор! Позор! Позор!